получил указ и так далее, что я поменял да, там работу. Да, правда, да. Да, да. Добрый вечер всем, кто нас сейчас видит и слышит. Мы начинаем нашу программу «Откровенный разговор». И в гостях у нас сегодня Заур Тутов. Заур, ну, еще раз здороваться, мы уже с тобой знакомы. Ну да, конечно. Общались, да. Я не стал сейчас перечислять все звания, должности, профессии. Ну да. Сделал это умышленно, потому что мне хотелось бы, чтобы мы поговорили с тобой и подключали бы к нашему разговору наших телезрителей на тему того, как человеку удается совмещать в своей жизни, в общем-то, разные, зачастую, может быть, даже никак не связанные между собой дела и профессии, да? Ты певец, легенда. Ну, может, немножко да? Громко, но пусть да. Будет так. Да? Ну, нет, ну так оно хорошо. И есть, да? Давайте. Ты, я не знаю, как правильно сказать, политик, чиновник? Чиновник, скорее всего, чиновник, да. Заслуженный артист России. России. Народный артист Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики и республики Адыгея. То есть эти три республики этнически родственные и как-то по-особому, так сказать, внимание свое проявляли и проявляют, может, поэтому и присвоили эти звания, да. И одновременно, помимо того, что ты певец, и, собственно, с этого ты начинал, и этим ты занимался и занимаешься, это твоя основная профессия, ты еще и, я не знаю, как правильно сказать, чиновник, политик, ну, чиновник. Ну да, да, скорее, пусть будет да? Так, да. Ты был министром культуры. Кабардино-Балкарской республики, да. Сейчас ты... Ну, Борис, если позволишь, я, да. Я разъясню, чтобы не интриговать наших... Во-первых, добрый вечер, дорогие телезрители, уважаемые телезрители. Мне очень приятно встретиться с вами. А на твой вопрос более конкретно отвечу, Борис. Дело в том, что на самом деле... Я и по образованию, и, так сказать, по своему опыту музыкант, профессиональный певец, закончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. А когда я заканчивал, он назывался просто институт музыкально-педагогический. Вот. И работал в Москве, в 76-м году меня пригласили после всесоюзного конкурса. Еще молодой, после армии вернулся, и на этом конкурсе я завоевал вторую премию. Естественно, услышали уже в масштабе Союза. И меня пригласили сюда работать, руководство Росконцерта тогдашнего. И с тех пор я уже работаю, живу в Москве, и семья, дети мои все в Москве. Но так получилось в моей судьбе, что... Я работал здесь, находясь в Москве, председателем Московского общества черкесской культуры. Два года. В 99-м и 2001-м годах. Извини, перебью, сказал, так получилось, а как оно так получилось? Нет, то есть, ну, меня выбрали, как положено по уставу, это общественная организация, не государственная. И потом уже потихонечку время шло, я работал. В 2005 году президентом нашей республики Кабардино-Балкарской, понятно, да, все знают, что это в составе России, Северокавказская республика, был избран мой друг давний, тоже в Москве жил, здесь он получил образование и так далее, Арсен Коноков. И после его назначения, конечно же, он мне позвонил, говорит, Заур, мне нужны профессиональные люди, которых я давно знаю, на которых я могу положиться. Если не возражаешь, я бы хотел, чтобы ты поработал министром культуры и информационных коммуникаций республики. То есть там два направления находятся в одном ведомстве в республике. Конечно же, я немножечко был как бы не совсем готов психологически, но тем не менее я понимал, что это очень ответственная работа. Приехал в Нальчик, мы с ним поговорили, побеседовали, и в итоге получилось так, что я начал там работать. То есть я попросил Арсена Башировича, чтобы он мне давал возможность не совсем бросать свое творчество, да? Потому что все-таки музыка для меня, сцена – это самое главное. И он на самом деле все эти три года и месяц отработал, шел на встречу, я периодически концертировал, форму не терял, не потерял, потому что я еще умудрялся после административной работы, каждый вечер почти ходил заниматься.
вокалом, музыкой, репертуаром занимался. И по сей день иногда вот и сольные концерты даю, и в сборных программах работаю. То есть вот так получилось, что я... Вот извини, перебью. Вот мне, понимаешь, что интересно? Ты сказал, так получилось, и ты сказал, когда тебе предложили стать министром, ты был не совсем готов, но первый раз, когда тебе предложили в этом обществе заняться какой-то организационной работой, ну все-таки человек, который всю жизнь пел, и тут вдруг ты понимаешь, что тебе предстоит заниматься какими-то вещами, которыми ты никогда не занимался. Вот в тот момент, еще до того, как ты стал министром, были какие-то сомнения? Как ты вообще переживал, как ты на это решился? Сомнения, конечно, были, но дело в том, что это же не просто спонтанно получается, правильно? До того люди знают тебя, с тобой общаются, понимают твое, так сказать, состояние, настроение, мироощущение, что на тебе, так сказать, вернее, тебе можно доверить, будем так говорить, да, какой-то участок работы административный. И поэтому как-то получалось, вас мне доверили, я постарался это выполнить, ну, максимально, так сказать, достойно. И с ответственностью подходил, и всегда, как я это, сколько я себя помню, я так и делал. И вот совсем недавно, буквально 11 числа, после моего обращения к Александру Башаровичу с тем, чтобы дал мне возможность вернуться в Москву, так как семья моя в Москве постоянно жила все эти годы и живет, он меня перевел заместителем постоянного представителя Кабардино-Балкарской республики при президенте Российской Федерации. То есть вот буквально на днях я там уже оформился, как это чиновничья часть работы, но в основном, конечно, я буду сейчас заниматься творчеством, то есть возвращаюсь именно к творчеству полноценному, буду записывать произведения, концерты, так сказать, буду давать и сборные, и сольные. Так что жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Наш прямой эфир продолжается. Вы видите на экранах своих телевизоров номер телефона нашего прямого эфира. Вы можете в любой момент позвонить нам и подключиться к нашему разговору. И у нас прямо сейчас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот смотрю вашу передачу. Вот как бы. Меня зовут Наталья. Я хотела спросить, вот сейчас на Кавказе вообще очень серьезная такая политическая обстановка, и я думаю, что это касается всех народов, да, не только России, а в первую очередь всех кавказских народов. Как вы относитесь к этому, и как вообще, как переживают вас в республике, да, все вот последние события? Спасибо. Ну, Наталья, да, если я не ошибаюсь. Наталья, спасибо вам за звонок. Конечно же, в контексте того, что в целом в жизни в нашей стране, в Российской Федерации, так сказать, за последние 20 лет оживилась совсем другая информация, другой поток информации и так далее. И в этом потоке появилась возможность у каждого человека, у разных народов, у разных политических движений высказывать свою точку зрения на ту или иную проблему, на тот или иной вопрос. Это, конечно же, хорошо, но и в то же время как бы параллельно возникают, наслаиваются какие-то, скажем, противоречия, да? Очень дипломатично. Да. Ты очень дипломатично говоришь. Вот здесь чувствуется опыт вот этой работы, да? Вот. И особенно Северокавказский регион, он на самом деле очень непростой. Он полиэтничный регион. Там столетиями жили народы, которые близки по своему духу, по своему мироощущению, по своему, как принято говорить, менталитету, да? Но Бог Всевышний дал многим народам абсолютно разные этнические языки. И в силу этих, скажем, естественных явлений, и в силу того, что политический курс в нашей стране, как мы знаем, менялся часто с точки зрения, скажем, если истории взять, да, поэтому всегда наслаивались вот какие-то, скажем, политические последствия, будем так говорить.
В военное время, как мы знаем, ряд народов Северного Кавказа были депортированы, слава богу, в другую часть той огромной страны, которая называлась Советский Союз. Но в 56 году уже официально их репатриировали, то есть вернули, дали им возможность вернуться к своим очагам, на свою историческую родину, и они вернулись, и, слава Богу, и по сей день живут прекрасно в своих домах, на своих, так сказать, землях и развиваются. Другое дело, что, вот я же говорю, как раз вот в силу тех политических, более глобальных, которые происходят на Кавказе сейчас, как мы знаем все, печальные события вот в Южной Осетии и так далее, то, что происходит в Абхазии, в Грузии, там в Южной Осетии, все это, конечно, в целом создает такую немножко тревожную ситуацию на юге нашей страны. То есть, как сейчас говорят, не за Кавказе, а в Южном Кавказе и на Северном Кавказе. Можно к вопросу? Вопрос был, как ты относишься? Можно сказать, что ты тревожишься? Ну, так я же говорю, я, естественно, я не могу индифферентно, то есть абсолютно равнодушно относиться к тому, что там происходит, потому что это часть нашей страны. Если в той важной части нашей страны будет неспокойно, а еще более того, еще хуже, не дай бог, что-нибудь подобное повторится, как было в Южной Осетии, предположим, да, хотя это официально не Россия. Конечно же, я переживаю, конечно же, я этого ни за что не хочу, чтобы повторилось это где-то не во всей нашей стране, неважно, на Кавказе там, или где-нибудь на Дальнем Востоке или в Средней России. Извини, перебил, у меня копится вопрос, у нас есть еще звонок. Давай сейчас еще звонок примем, а потом у меня есть еще пару вопросов. Ну, не пару, у меня еще на самом деле очень много вопросов. Хорошо, тебе, Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Федоровна. Я помню Заура еще мальчиком, когда он участвовал в конкурсе. Когда я слышала этот голос, ну почему вы пропали, почему вас не слышно? Раньше хотя бы вот были концерты по радио, по заявкам и передавали. Ну сейчас вас... Ну, невозможно. Я просто счастлива, что слышу вас, вижу вас. Не пропадайте, ради бога, но участвуйте вот в этих всех концертах. Ну, где же можно еще вас увидеть? Извините, еще раз, Елизавета Федоровна? Екатерина Федоровна. Екатерина, извините, ради бога, Екатерина Федоровна. А, ну, вот, ну, Заур здесь, вот он, да, здесь. Я случайно включила телевизор и увидела его. Ну, как, ну, хоть спойте что-нибудь. Ну, где же вас? Я уже столько лет не слышала ваш голос. А вы же живете в Москве. Почему вас не видно на этих тусовках и на этих концертах? Спасибо, Екатерина Федоровна, за вопрос. Спасибо большое за внимание. Ну, понимаете, тусовки и в целом вот шоу-бизнес, к которому мы уже привыкли за последние 15-20 лет в нашей стране, в целом это немножко другое, в отличие, скажем, от того, что я делаю. Но хотя в целом даже и классику мировую потихонечку, хотим мы того или нет, тоже элемент шоу-бизнеса, да? Поэтому я не игнорирую это в целом понимание, то, что заложено в этом понятии, но я не то, что сам вот на себе наложил табу и не хочу появляться на экране, нет. Ну, так складывалось по разным причинам, но полагаю, что в будущем потихонечку вернусь. Почему? Потому что в том классическом стиле, жанре, в котором я работаю, оно, слава богу, сейчас даже такое ощущение, что уже больше востребовано становится, да? И мы будем стучать по дереву, и здоровье есть, и форма профессиональная в отличной, да, так сказать, форме, так что проблем не будет. Будем стараться, и, Екатерина Федоровна, если будет у вас время, желание, и увидите где-нибудь на афише мою фамилию, приходите, только буду рад. Ну, я вот теперь со своими вопросами, ты опять сказал, так случилось. Для меня важно, как все это происходило и происходит для тебя, по твоим каким-то внутренним самоощущениям. Потому что ведь административная работа, работа министра культуры, работа заместителя полномочного представителя, как раз в связи с той ситуацией, которая на Кавказе, скажем так, мягко неспокойная, это работа крайне ответственная. И ты же понимаешь, что в любой момент, на самом деле, тебя могут по команде встроить,
головой и делать какие-то, выполнять свои должностные обязанности. Да, и при этом есть другая ответственность. Ответственность перед Екатериной Федоровной, которой ты обещал, конечно, только что, конечно, что будешь петь. Да. И в этом смысле все-таки ты в каком-то плане, я сказал бы, сидишь на двух стульях, которые достаточно далеко раздвинуты. И в каждый момент тебе приходится делать какой-то выбор. И если сейчас ты продолжаешь заниматься административной работой, и если сейчас ты будешь больше задействован, не сможешь ты тогда петь, а там тоже ответственность. Вот как это для тебя внутри? Потому что ты часто говоришь вот эту фразу, так получилось. Мне кажется, что может опять так получиться. Ты хочешь петь, а опять тебя закрутит эта административная машина. И... Нет, Борис, дело в том, где что... Где гарантия, что сейчас у тебя получится? Нет, я хочу тебе объяснить. Дело в том, что получилось, я говорю, как бы не помимо моей воли. Конечно же, меня никто не может заставить и не заставлял. Но все-таки я в самом начале говорил, в моей жизни доминируют сцены, искусство, это понятно. Потому что я никогда изначально... Извини, тут перебью. Был большой промежуток времени. Вопрос нашей телезрительницы. Да, вот 3 года. Но опять-таки я когда говорил, она не доминировала. В эти 3 года доминировала, конечно же, административная работа. Mm-hmm. Но я все равно в эти 3 года не бросал сцену. И даже вот последний сольный концерт у меня год назад всего был в Доме музыки, mm-hmm, здесь, в Москве, с оркестром русским Николая Николаевича Некрасова. Да? То есть... А так, конечно, вот я с тобой согласен. Здесь получается как бы непросто заниматься двумя вещами, которые как бы антиподы, они по своему направлению, да? Но, как мне кажется, мне это удавалось, и, надеюсь, удастся сейчас. Хотя я вам честно скажу, всем вот этим телезрителям, сейчас, конечно, у меня будет гораздо больше времени, возможности заниматься именно творчеством. Потому что я уже вернулся в Москву, так как я уже в Москве 32 года живу. Но и тем не менее, я вот, как и все нормальные люди, мы все имеем свою малую родину, да? Кто Рязанскую область, кто Кабардино-Балкарскую республику и так далее, во всей нашей огромной стране. И каждый человек в меру своих возможностей, пусть это очень скромных, мне кажется, может служить своей малой родине, а значит и всей нашей огромной стране. И вот в меру своих возможностей и в творчестве, что я делаю, если где-то я востребован, значит, да, людям нужно, правильно? И в меру того, что там я могу сделать в административной работе. Вот как ты сейчас говорил, ситуация там неспокойная, если не дай бог что, ты как солдат, конечно, я всегда к этому готов, но тем не менее, есть, естественно, там и целая команда, которая занимается параллельно вот этими вопросами, как и в республике, так и здесь. Ну вот извини, психологи люди дотошные, я все-таки хочу еще по-другому немножко повернуть этот вопрос. Когда ты сказал, что ты занимался административной работой и тем не менее находил время на то, чтобы петь, это понятно, потому что то, что касается пения, здесь ты можешь выкраивать какое-то время, скажем так, твое свободное время. Но если ты сейчас говоришь о том, что ты возвращаешься в полном объеме на сцену, да, то вот та самая административная работа, она же требует четкой дисциплины, планирования времени и так далее и тому подобное. Да? То есть если встает вопрос, либо надо ехать, тебя вызывают по работе, по твоей административной, да, в любой момент, да, а у тебя запланирован какой-то концерт. Вот как здесь ты будешь выбирать? Или сейчас это настолько небольшая, я сказал бы, формальная, скорее, работа административная, что ты считаешь, что, в общем, ты сможешь, Борис, в любой момент отодвинуть? В данном случае я бы не сказал это формально, потому что, как ты вот ранее говорил, это серьезная работа. Но, опять-таки, объем работы, вот в чем дело. Объем работы, который я делал, находясь в Кабардино-Балкарии, да, значительно больше, и больше времени требовало. А сейчас значительно меньше именно объем работы административной части, в административной части, и больше я могу заниматься творчеством. Но вдруг, вот как ты говоришь, есть такой острый вопрос, да, вот по административной части, надо ехать. Вот приказали, я поеду. Ну, это жизнь. Человек идет и умирает, всякое бывает. А там концерт. Значит, а концерт отменяется или переносится. Это же не смертельно, правильно? Такие случаи масса в жизни. Поэтому, я думаю, я в этом проблем никаких не вижу. Главное,
чтобы мы были живы и здоровы, да. И работать хотелось, это все. Я напомню нашим телезрителям, что у нас прямой эфир, вы видите телефон нашего прямого эфира на своих экранах, звоните, подключайтесь к нашей беседе и делитесь своими проблемами, потому что я, как психолог, вот здесь очень такой важный момент, психолог, человек, который какие-то хочет проблемы нарыть, это совершенно не так. Психологи, да. Психологи, они очень проницательны, такие люди постоянно хотят вот до чего-то докопаться. Да, докопаться. Но с другой стороны, мне кажется очень важным, чтобы человек не только проблемы решал, но чтобы человек радовался жизни, быстрее достигал каких-то своих желаний. В связи с этим вопрос к тебе. Но в этом же ведь, наверное, есть и большое удовольствие в том, что ты сочетаешь себя в двух различных деятельностях, и когда ты занимаешься той самой административной работой, да, ты так смотришь на себя со стороны, как певца, и, наверное, это как-то обогащает или мешает все-таки? Вот я больше сейчас в какую-то такую в сторону проблемную тебя спрашиваю, что одно другому должно мешать. А есть ли в этом какое-то удовольствие, есть ли в этом какой-то, что называется, кайф, когда ты и одним занимаешься, и другим занимаешься? Борис, ну, дело в том, что, как мы все знаем, жизнь наша не состоит из одной краски, не сплошные песни и танцы радостные. Бывают разные стороны нашей жизни. Это первое. Второе, я же говорю, вот у меня это внутренняя какая-то потребность была, сколько я себя помню, интересоваться и более серьезными вещами. Предположим, сцена, музыка, не потому что музыка серьезная, это тоже легкомысленно, нет. То есть абсолютно разные сферы, да? Меня это интересовало, что происходит в стране, в мире, в политике и так далее. Я всегда этим интересовался. То есть это твой искренний интерес. Но, как грубо говоря, по бытовому я никогда не лез в политику, потому что это не мое дело было, правильно? Да и сейчас я не лезу, потому что заниматься, скажем, культурой административно, вот будучи министром культуры республики и средств массовой информации, хотя уже средства массовой информации это уже политика, как вы понимаете, да, все мы понимаем. Но, тем не менее, меня это интересовало. То есть это некоторые внутренние потребности. Это вот то, что не просто интересно так со стороны, верно, да. А то, во что интересно включаться. Вот мне, да, это интересно было. Поэтому, собственно говоря, и руководитель республики поэтому меня и назначил. Не просто там, лишь бы от того, что там человека назначил. Нет, да. Это понятно, вот. Да. Но мне очень важно, как это внутренне переживалось и переживается. Да, и более того, он же мне предложил не сельским хозяйством заниматься. Изнутри знаю эту проблему. Да, но мы знаем такие профессиональных коллективов творческих, да. Знаю, хоть я и не профессиональный журналист, там, предположим, да, но все-таки я косвенно связан со СМИ, и я знаю эти проблемы, что нужно, как нужно и так далее. И в этом смысле я надеялся и надеюсь, что был полезным эти 3 года и 1 месяц, которые я проработал в Нальчике. Ну, еще и будешь полезным здесь. Конечно. Хочу прервать тебя звонок. Да. Да. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, Борис. Вот я касательно вот Зауры хотела вот ваше мнение спросить. Для меня музыка всегда связывалась с чем-то прекрасным и красивым. Не связано. Я заканчиваю музыкальную школу, я очень люблю восточную музыку и как бы вообще музыку люблю. Я не понимаю, как может быть музыкант, вот Заур, глядя на него, мне кажется, ведь политика это очень жестокие меры. Даже шоу-бизнес музыкальный, это жестокая вещь. Почему вы не уступаете? Я понимаю, потому что везде надо вложить деньги, чтобы где-то участвовать в какой-то программе. Хотя вы великолепный, талантливый человек. Подождите, какие? Ты должен заплатить деньги, ты еще не заплатил, потом после эфира. Вы говорите, в любой программе, ну вот программа, и вы говорите о том, что... Нет, я не про вас, я имею в виду, чтобы он выступал на каких-то концертах, вот у нас тут аншлаги какие-то. То есть если сейчас Заур споет, тогда возьмем деньги. Ну нет, ну не всегда. Вот недавно также я читала статью, может быть, это про это. Но это все ясно, мы это все знаем и, в общем-то, касались этого. Нет, не все за деньги, еще и за талант все-таки, да. Таланту и много.
много талантливых людей у нас и не показывают эти таланты, куда-то пропали. Вы знаете это. Я не об этом хотела спросить. Я говорю о политике и музыкальном. То есть вот мне вот кажется, музыкант, он настолько эстетичный человек, а политики, они уже в то переходят в политическую форму работы, и они более ожесточенные люди. Какая двойная личность получается у человека, раздвоение личности. Вот, да, вот если... вы как психолог, да, как вы считаете? Да, вот если вопрос ко мне, да, я хотел бы несколько слов, конечно, сказать по этому поводу. Я здесь скорее не про политику говорил бы, а про самодисциплину. Вот та самая административная работа и та же самая политика, она требует, во-первых, большой самодисциплины, но не надо думать, что музыкант это так вот встал поутру, как соловей, попел себе в удовольствие. Да? Это огромный труд. Это, во-первых, и репетиции, это огромная организационная работа. И по поводу политиков, кстати сказать, если вы помните, по крайней мере, в моей программе был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ну, человек, я не знаю, наверное, все-таки это не политика, это административная работа, но я никак не мог бы сказать, если вы видели эту программу, вы, наверное, тоже, что это вот, ну, как обычно про политиков, вот такая вот миф, это какие-то там циники, знаете, на административной работе это в первую очередь пахари. Я не знаю, зал подтвердишь? Администратор рознь. Вот я думаю, что наш вот этот зависит герой, от человека. Он настолько культурен, вот, но вы спали... Вот, нет, подождите, подождите, вот настолько культурен, что он плохо выполнял свою работу? Нет, он или не как? Плохо, сложно ему, ему надо же, он как второй человек, другой становится личность. Но ему было интересно, вот сейчас как раз я Заура по этому поводу и пытал, да. Да, вот я про то говорю, сложно, наверное, ему, потому что, глядя на него, ему надо везде все пробивать сейчас, ведь все пробивать. Он настолько мягкий, очень приятный человек, что мне кажется, только своим обаянием может взять и все. А надо быть все-таки где-то и жестким. Да, извините, ради бога, я уже ушел в разговор, и вы не представились, либо я забыл, извините. Да, меня зовут Сурия. А, Сурия. Угу. Сурия, во-первых, спасибо вам за звонок. Дело в том, что, конечно, это общепринятое мнение, что политики – это бессердечные, вот, циники такие, да, чуть ли не монстры и так далее. Я не совсем согласен, потому что чиновничья работа, она очень непростая, очень трудная, очень сложная. Я просто по себе уже знаю, 3 года, ни выходных тебе, ни праздников тебе, ни день, ни ночь, когда... То есть вот такая работа. Более того, я бы просто хотел бы в данном случае, говоря словами Наполеона, в свое время говорил, в политике, говорят, нет сердца, а только голова. Ну, я осмелюсь добавить, к большому сожалению, он прав во многом, но все-таки благодаря тем, может быть, небольшому количеству людей, политиков, которые профессионально этим занимаются, в которых сочетаются и сердце, и голова, мир сохраняется. Сохраняется наш сегодняшний с вами, вот мы имеем мирно говорить с тобой возможность, да, Борис? И слушают нас люди. То есть нельзя так сразу огульно говорить, что все чиновники, все политики такие, да? Есть очень порядочные, и слава Богу, их, мне кажется, большинство. Ну, как везде. Сердечные, да. Другой вопрос. Так уж принято всегда, особенно, мне кажется, в нашей стране, если чиновники, его надо ругать постоянно. Не потому что я, поймите меня, ну, правильно, да. Не потому что я защищаю чиновников, нет. Но да нет, ведь вообще ты публичный человек, уже ты, да, подвергаешься. То есть я хочу сказать, что и в чиновничестве, и в политике очень много порядочных, прекрасных людей, ради, вот благодаря, так сказать, работе которых мы и сохраняем мир сегодня, работаем. А вот у меня такой вопрос. Мне кажется, что вообще человек публичный, ну, то есть человек, который высовывается, он уже подставляется и подвергается тем или иным нападкам в большей степени. Конечно. Даже вне зависимости, политика или не политика. Может быть, политики больше, но... А как певец, ты там со стороны, не знаю, там, конкурентов, со стороны там, тех же самых бездарностей, со стороны, я не знаю, ну, кого-то, кому нравится не то, что ты поешь, а то, что поют другие, ты неужели не подвергался каким-то нападкам? Борис, вот я хочу сказать тебе, как раз меня даже в первые, там, скажем, полгода, меня даже это немножко шокировало. Когда я вернулся на свою малую родину, уже в качестве, так сказать, чиновника,
какие-то непонятные, я не знаю, там сплетни, какие-то там интрижки и так далее. Притом вот как раз, как ты сейчас говоришь, против меня уже. Mm-hmm. Среди местной же, так сказать, творческой интеллигенции, ради которых, видит Бог, mm-hmm. я старался всячески. Более того, я, видя, что у многих коллективов нет транспорта элементарного, аграрная республика, нужно обслуживать обязательно сельские населения, так как безработица, молодежь чем-то надо занять. То есть, чтобы профессиональные коллективы, они, коли они финансируются государством, они обязаны выезжать в села, давать концерты. То есть, вот, сохраняя вот эту духовную, вот эту среду, в которой традиционно вот жили столетиями, да, национальные танцы, народные песни и так далее. У нас там три профессиональных коллектива. Терские казаки, такой вокально-танцевальный коллектив. Кабардинка ансамбль, Балкария ансамбль. То есть театры национальные. Вот сейчас я начинаю понимать, насколько ты увлечен и что для тебя означало быть министром культуры. Так вот, я же говорю, вот сколько проблем, очень много проблем, начиная от транспорта. И я даже в первые полгода смотрю, ну никак не удается за бюджет Министерства культуры все эти вопросы сразу решить. И я думаю, долго взвешивал, как же как частично хотя бы выйти. И я дал благотворительный концерт и на вырученные деньги купил два автобуса и подарил двум коллективам творческим. То есть вот такое искреннее желание, я работаю, и вдруг я вижу, слышу со стороны на бытовом уровне, как ты говоришь, вот какая-то там, может быть, элементы зависти, я не знаю, да мы же все люди, правильно? Но потом я уже понял, что это нормально, это в любой, на любом масштабе, в нашей маленькой республике, в огромной нашей стране, во всем мире, это нормально. Когда человек во власти, всегда находятся люди, которые и его и недолюбливают, и еще чего-то, и так далее. Это нормально. Важно, чтобы ты, не поддаваясь на эти мелочи, старался и шел по своему пути быть полезным, приносить пользу тем, которые на тебя надеются хоть как-то. Вот это моя задача была. Сейчас, что я и делал, пытался делать, во всяком случае. Сейчас на нас надеются телезрители, конкретно один телезритель, который нам сейчас позвонил, он надеется, наверное, услышит от нас ответ на свой вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Да, да. Заур. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Флора Каюмовна. Заур, вы представитель удивительно красивой страны Кабардино-Балкарии, Кабардино-Балкарии, это изумительные места. И у вас великолепный репертуар, вы исполняете и классику, и неаполитанские романсы. Мой звонок вот о чем. На любом концерте, чтобы вы всегда еще пели на своем родном языке. Мы хотим слышать песни и на вашем родном языке. Спасибо. Успехов вам. Спасибо, Флора Каюмовна, и вам спасибо. Ну, конечно же, и Домбай, очень красивое место в Карачаево-Черкесии, и Прельбрусье в Кабардино-Балкарии. То есть это все как бы наша родина, юг нашей огромной России. Да, и от того, что я работал 32 года и работаю, живу в Москве, это не значит, что я и свою этническую музыку забывал там или не пел. Где это уместно, где это нормально, где это естественно, я всегда пел и пою и на адыгском. То есть адыги — это самоназвание черкесов, сегодняшних кабардинцев, адыгейцев и, собственно, тех, которые пишут черкесами в Карачаево-Черкесии. То есть здесь я даже элементарного намека нет, что я игнорирую и этническую музыку, ни в коем случае. Но дело в том, что я с рождения, как и все мы, скажем, и северокавказские народы, и вся Россия наша, мы воспитаны на великой русской музыке, на великой русской культуре, литературе. И я себя не представляю, просто не представляю, чтобы я не пел там русскую классику, русские песни, ну и, естественно, мировую классику, неаполитанские, там, испанские, какие угодно. То есть это нормально. И поэтому, если вы будете, уважаемая Флора Каюмовна, на моем концерте, может быть, вы обязательно услышите в Москве, да, в данном случае, да, я обязательно даже в Москве, давая концерты, одну или две этнические песни включаю, потому что зрителям даже это с точки зрения познавательно интересно, какой лад музыкальный, как язык звучит. Вот. То есть это, я думаю, я это делаю и буду делать, так что
приходите. Да. Ну вот в связи с тем, что приглашаешь на концерт, и в связи с тем, что мы говорили про чиновников, которые пользуются своим служебным положением, я хочу воспользоваться тоже своим положением сейчас в роли ведущего. Давай, чтобы ты меня, если ты приглашаешь на концерт, я пригласи, конечно, меня, пригласи меня на лыжах покататься. Когда ты стал называть... Вопросов нет. Да, когда ты стал называть вопросов эти чудесные нет, места. Потому что там, во-первых, это красивейшие места, не хуже, чем, наверное, в Швейцарии. Другой вопрос, что соответствующая инфраструктура должна быть, то есть сервис, культура, обслуживание и так далее. И что сейчас с максимальным, так сказать, усилием делает президент нашей республики Арсен Кононков. Уже первую очередь канатные дороги запустили позапрошлым декабрем, да. Вторая очередь планируется в 2009 году будет запущена. И третья уже в 2010 году, то есть на высоту до приюта 11, если ты знаешь, вот при Эльбрусе. Я да? там не был ни разу, да. То есть красивейшие, чудные места, снег почти круглый год. И любители горнолыжного спорта приезжают со всей нашей огромной страны и даже из-за рубежа приезжают, несмотря на то, что там слухи идут, вот на Кавказе такие-сякие стреляют, убивают, ничего подобного. К сожалению, неспокойные моменты бывают и даже в нашей Москве каждый день. Так что пользуюсь служебным положением. Нет, даже не служебным, коль ты изъявил желание, приезжай с удовольствием и покатаешься, и увидишь чудные места. И какой гостеприимный народ. К вопросу, чуть-чуть возвращаясь к тому вопросу, когда мы говорили, что как только человек высовывается, тут же он вызывает чье-то недовольство. И наверняка в твоей жизни, как и в жизни каждого высунувшегося однажды, были моменты, когда вот таких наездов, таких нападок много. И здесь, мне кажется, одна из главных вещей – это все-таки поддержка семьи. Да? Конечно. Вот можешь что-то про это рассказать? Как вот такие тяжелые моменты, когда ты вышел на сцену, и тебе нравится, и ты делаешь, и вдруг начинают злые языки. Или также ты купил эти автобусы, говорит, чиновник наворовал туда, и ты чувствуешь, это болезненно. Почему-то вот какие-то такие вещи, я знаю и по себе, что для публичных людей, что бы ни говорили, да, какие-то вот, такое вранье какое-то, да, какие-то такие придумки. И здесь, конечно, первый, с кем делишься, да, с женой, наверное, да, с близким. Борис, я так убедился уже, что ты не только прекрасный телеведущий, но и на самом деле очень глубокий, наверное, психолог. Потому что на самом деле один к одному, вот как раз я об этом думал. Потому что, скажем, даже в нашей маленькой республике находились люди, которые говорили, вот он себя пиарит. Что меня пиарить, тем более в нашей маленькой республике, там с 18 лет меня знает каждый прохожий человек. Да. То есть вот на самом деле есть и такие моменты были. Но опять-таки я говорю, не надо опускаться так низко, обижаться в целом на всех и сразу как капризная дама убегать, там спину поворачивать. Ни в коем случае. Другое дело, что вот в таких сложных ситуациях жизненных, конечно же, семья – это опора номер один. Опора номер один. И в этом смысле я очень благодарен своей супруге, которая вот эту не совсем, скажем, обычную ситуацию, семью оставил в Москве, а сам уехал работать, и притом это не месяц, не два, а целых три года. Все-таки это большой срок. Конечно же, я периодически приезжал в командировку или просто вот на выходные вырывался там на день-два, прилетал и так далее. И здесь семья мне очень помогала. Я чувствовал поддержку психологическую. Она говорила, Заур, не переживай. Я ей рассказывал, где какие там незаслуженно, какой-то вот, как ты сейчас говорил, ни за что, да, где-то какую-то обиду я получил, все. И она меня поддерживала. Раз, говорит, так получилось, раз ты взял на себя такую ответственность, терпи, там время покажет дальше. То есть вот такая психологическая поддержка была. Более того, она постоянно, что очень важно, следила за детьми. У меня трое детей,
потому что тем более возраст такой сейчас, вроде уже и не дети, и не настолько взрослые, чтобы уже полностью положиться было на них. Это какой возраст? Ну, старшему сыну 20, вот исполнилось только что 2 дня назад, он на 3-м курсе учится в университете. 18 и 17? Да, 20, 18, и дочке 16, 17-й год, да. То есть вот так, и, конечно же, я ее понимал, и ей трудно было, и в конце концов даже и дети мне каждый раз приезжают, говорят, папа, возвращайся, мы скучаем по тебе. Ну, то есть вот всей этой сложной ситуации, конечно, детям же не объяснишь, каждый раз не понимают. Я говорю, хорошо, хорошо, все будет нормально, ваша, говорю, самая главная поддержка для меня, хорошо, учитесь. Вот, в общем, вот так шло. То есть семья, конечно, это колоссальная помощь и поддержка, вот психологическая была, она и есть. Я очень благодарен и супруге, что она все это понимала и поддерживала, и от этого наш, как говорится, союз, семейная атмосфера, психологическая, она еще лучше, крепче только стала. Да, и, кстати, я хочу сказать, это такая в форме шутки, вот недавно меня знакомый давний спрашивает, Заур, ты что, говорит, до сих пор не развелся? Я говорю, а почему я должен разводиться? Во-первых, артисты часто женятся, разводятся. Ну, такой фривольный образ жизни, да, у артиста. И во-вторых, ты уже оторвался, там столько лет уже работаешь в другом месте. Я говорю, к счастью, я говорю, к моему, а к твоему я не знаю. Я не раз... Он, видно, о чем-то своем. Один раз женился, надеюсь, последний раз. Я говорю, не развелся. То есть вот такая была шутка такая. А по поводу детей, тебе хотелось бы, чтобы какую стезю дети выбрали бы? И вообще хотелось бы тебе, чтобы они выбрали, как ты, сразу две стези? Или ты хотел бы, чтобы все-таки они вот что-то, вот какое-то одно направление? Если кто-то из твоих детей одновременно и в искусстве, и на какой-то, и в офисе, например. Борис, дело в том, что я в первую очередь, и супруга в этом смысле, мы абсолютно одинаково подходили к этому вопросу. С их рождения мы ставили задачу, чтобы они в первую очередь были нормальными людьми, воспитанными нормальными людьми, которые уважали бы окружающих, независимо от национальности, профессии и так далее. А второе дело, вот они получат какую-то профессию, и какими они станут профессионалами, это уже их вопрос. Вот. Ты дипломат, да, ты дипломат. Не, Нет, ну все-таки, ну я тоже отец, четверо детей, и я все-таки... О, это значит... Да, четверо пацанов, да? Ты победил уже меня. Ну все-таки, знаешь как, ведь где-то внутри себя, да, ну я надеюсь, что дети Заура, отойдите от телевизора, да, а все-таки внутри себя, вот в какой-то момент ты понимаешь, что твой ребенок встал и говоришь, о! А вот это вот как-то, ну знаешь, часто говорят, что люди, занимающиеся творчеством, они говорят, что ну вот не хочу я, чтобы мой ребенок там стал певцом, музыкантом, художником, а дети, как правило, становятся как раз специальными музыкантами и художниками. Вот все-таки внутри себя есть что-то, вот какой-то путь, который ты так желаешь своему ребенку, чтобы тебе понравилось? Ты примешь все, но что тебе понравилось бы больше? Вот как раз мне понравилось бы больше, и как раз по этому пути они пока идут, слава Богу, чтобы они не были музыкантами, связаны со сценой. Почему? Профессионально. Вот. И слава Богу, у всех троих нет вообще даже музыкального слуха. Вот. Но любовь к настоящему искусству, скажем, классической, к народной, русской, национальной, этнической, международной, чтобы привить, мы с детства им постоянно давали слушать и так далее. То есть в них это осталось. Хотя, как молодежь, они увлекаются и современными течениями музыкальными, это понятно, да? То есть они по своему выбору жизненному, профессиональному, абсолютно никакого отношения к искусству музыкальному, к сценическому не имеют. И я этому искренне это и говорю, и не лукавлю. Я рад этому. Это означает, что если ты родился бы заново, ты хотел бы родиться без слуха и голоса? Я нет. Я нет. Почему? Потому что без ложной скромности скажу, то, что мне с природой дано, и относительно слуха и голоса, по ним думаю, что они самые худшие. Но детям ты этого такого подарка не делаешь. А детям нет, потому что у них нет даже элементарного. То есть поскольку музыкального слуха нет. Да, если нет, как заставлять? Вот такой ответ. Более чем конкретный. Звонок у нас есть. Здравствуйте, вас слушаем. Здравствуйте. Зовут здоровый. Это Бирюков Юрий Ильич.
Юрий Евгеньевич. Ну, случайно переключил на... Вот, я тебе говорил, Заура, что наверняка уже знакомый. Я что тебя увидел, и я просто на всю жизнь сохранил тебе любовь, уважение. Спасибо. И я так благодарен, что ты сделал одну из моих песен в своем репертуаре постоянно. И мне хочется пожелать тебе того же, что... Ну, вот сейчас я мечтаю о Георгии Павловиче Виноградове. Завтра по каналу «Культура» будет передача, которую мы с огромным трудом сумели сделать с моим бывшим редактором. Я надеюсь и верю, что когда-то я тебе, мы нас в эфире поговорим. И обязательно вот приглашаю, если ты в Москве еще будешь это время. Я уже вернулся, все уже. И по «Голосу России» вот, мы сделали бы прямой эфир с тобой. Низкий тебе поклон, и низкий поклон тем, кто эту передачу о тебе сделал. И я счастлив, и, видимо, Бог на свете есть, что я попал неожиданно на ее эфир. Спасибо. Спасибо, Юрий Евгеньевич. Спасибо вам. Пригласили. Низкий поклон вам. Спасибо, Юрий Евгеньевич. Вот, видите, на самом деле здесь никакой игры нет. Видимо, действительно, случайно человек включил. Это мой давний приятель, прекрасный человек, интеллигентнейший человек, музыковед Юрий Евгеньевич Бирюков, который, как никто, наверное, сохранил всю нашу песенную классику, созданную еще до революции, в советское время и так далее. И вот я его песню накануне 850-летия столицы, на самом деле, записал. Правда, немножечко я ее изменил, аранжировку, да, она в стиле вальса была написана, но я сделал на 4 четверти, более такая, да, эстрадная получилась. И называется «Над Москвой рекой». Замечательная, чудная песня. И на стихи Фатьянова Алексея Ивановича. Вот классика советской песенной поэзии. Но, к сожалению, она не звучит в силу разных причин. То есть, я к чему это говорю? К тому, что, Борис, спасибо тебе большое. И да, спасибо, дорогая редакция. Я принимаю на свой счет. Я хочу нашим телезрителям сказать, что я сам всех гостей приглашаю. Так я же говорю, как раз хочу сказать в ответ той одной телезрительницы, которая говорила, что якобы надо платить. В данном случае, видит Бог, Борис меня сам нашел, пригласил. Тут о деньгах вообще речь не шла. Вот. И вам, Юрий Евгеньевич, тоже я желаю самое главное здоровья, чтобы вы еще много-много лет служили нашему искусству. И Бог даст, мы обязательно с вами увидимся, потому что я уже теперь буду постоянно в Москве. Спасибо. Ну, посмотри, как интересно получается. Взаимные приглашения. Ты приглашаешь на концерт. Ты приглашаешь таложек покататься, тебя приглашают тоже. В этом смысле, вот то, что касается вот того пути, о котором мы сегодня говорим, и о твоем пути, пути в двух направлениях одновременно, но если человек открыт, если человек хочет, то он и получает. Как-то так получается. Ну, мне кажется, самое главное в этой жизни быть искренним и самим собой. Если ты видишь, вот, скажем, вот какую-то часть участка, на которой ты работаешь, не очень тебе удается, там, или не получается, ты должен себе вот честно признаться, да? Или если даже и удается, но ты говоришь, это в ущерб другой стороне дела моего, да? Вот. Ну, я же, как мы вначале уже говорили, пока удается, а тем более сейчас я уже, именно так сложилась ситуация, что большую часть своего времени и сил буду отдавать творчеству. А вот я сейчас хочу копнуть опять в другую сторону, в проблемную, в негативную. Ну, были же наверняка в твоей жизни какие-то моменты, когда ты уже был на грани того, чтобы сдаться. Вот ты стараешься, делаешь, открыт, идешь навстречу, а в ответ получаешь нет, 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 нет. Борис, замечательный очень вопрос, глубокий и актуальный, я бы сказал, для многих творческих людей. Вот мы все хорошо помним 90-е годы, да? И было время, на самом деле, не только я, даже более крупные мастера, которые работали активно, очень популярны были в советское время, вдруг вот мода такая пошла лавиной. Вот все, что до развала СССР было, это плохо, включая и артистов советского времени, да, и метлой всех надо вымести из эфира и из всего, и давать вот новую жизнь, новое течение. Ура, праздник.
радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, да? И вот такое течение шло где-то лет, наверное, 10. Вот в это время я на самом деле, как и многие мои коллеги, был растерян немножечко, да, мягко говоря. Да. Я и старался, и работал, и так далее, я понимал. Но вот отдачи, вот востребованности года, везде, вот как ты говоришь, не стучишься в дверь, тишь. Ну, никто не накликается. То есть, ну, мол, все, отдыхай, тебя нет, ты умер уже, как музыкант и так далее. Был такой период, я даже подумывал, может быть, думаю, чем-то другим заняться, я не знаю. Но, слава Богу, нашлись и люди, и поддержали, и помогли. Дал первый хороший, серьезный сольный концерт, я имею в виду такой академического плана, в зале Чайковского в 2000 году. То есть уже ситуация немножко стала уже улучшаться. И благодаря Геннадию Николаевичу Селезневу, он, будучи председателем Государственной Думы, он помог мне, поддержал. И был такой фонд «Благотворительная стабильность» назывался, который этот фонд не только мне, вот многим творческим людям, коллективам и детям они помогали. И вот случай меня свел, он меня услышал, я говорю, и тебя я и раньше видел, знал, но почему-то ты пропал. Ну, Геннадий Николаевич, ну вы же понимаете, что-то не почему-то, да? Ну, давай мы сделаем и так хороший концерт. Да. И я сделал хороший, серьезный творческий вечер в зале Чайковского с оркестром русских народных инструментов, пел русскую классику, зарубежную, народные песни русские и так далее. И вот с этого момента я как бы заново ожил, и дальше пошло, и тут, слава Богу, по сей день все нормально. Ну, я думаю, вот именно поэтому творческие люди не желают своим детям очень часто тоже вот какой-то творческой работы. Да, потому что здесь, конечно, очень такие серьезные перепады. Да. И еще мне кажется, что очень важно, если ты бьешься, ничего не получается. Говорят, время разбрасывать камни, время собирать. Да? Вот остановился. Но время прошло, и надо в какой-то момент осмотреться вокруг. Потому что может быть такая же ситуация, примерно как ты рассказывал, может быть, когда ты видишь, ничего не получается, ты уже думаешь о том, что надо чем-то другим заняться. А ситуация изменилась, и ты опять стал востребованным. А ты этого не замечаешь. Вот здесь очень важно не проваливаться и всегда, ну, какой-то шанс, да, какой-то, ну, пусть, да, вот были действительно эти времена, когда, ну, все поменялось. Ну, и, да, все, да, бурлило, и, все. Да, и более того, вот на этом протесте против советских времен отрицалось все искусство, которое было тогда. Надо помнить, что хотя бы один шанс, да, может быть, не закладываться на это, не рассчитывать на это, но один шанс из 100, что все-таки, в силу того, что ситуация меняется, и люди меняются, что-то из того, что ты делал, может быть, в другом качестве будет востребовано. Может быть, и здесь вопрос к тебе, в каком качестве... По-другому скажу, как качественно сейчас ты планируешь изменить свой репертуар? Дело в том, что, Борис, я понял вопрос. Я и тогда понимал, я и сейчас понимаю это. Именно тот жанр, в котором я работаю, он востребован всегда. Неважно, Тутов это делает, да? Или там Сидоров, но он востребован всегда. Есть определенная публика, да, конечно, по своей аудитории она значительно меньше, чем те, которые увлекаются сугубо шоу-индустрией. Mm-hmm. Да, вот, поэтому я знаю, ну как бы убежден, и эмпирическим путем я к этому пришел, что
именно вот эта классика, это направление, оно всегда будет востребовано. Другое дело, насколько тебя хватит, то есть вот меня в данном случае, да, по состоянию физическому, профессиональному и так далее. Я хотел бы сейчас все-таки уточнить вопрос. Я не про жанр, а я именно про репертуар. Потому что можно петь самые разные классические произведения, но если ты сейчас поешь то, что ты пел тогда, тогда ты, скорее всего, будешь некоторую ностальгию у людей по тебе тогдашнему и по ним в тех временах. Если ты меняешь не жанр, а меняешь репертуар, и сейчас, беря даже классику, но берешь какие-то другие произведения, по которым тебя не знали тогда, это другая ситуация. В этом смысле вопрос именно по поводу репертуара. Вот такая... Ты больше на ностальгии будешь возвращаться, так... на чем-то новом или в какой-то комбинации. Я понял. Дело в том, что я же говорю... Классические произведения, те же самые даже популярные, которые исполнялись 100 лет назад, сейчас исполняются и будут исполняться еще через 1000. Нет, тобой я имею в виду. Я понимаю. Так, а вот относительно меня самого, да, хуже, лучше, но все вот профессиональные, настоящие, 10 секунд, серьезные... Вы сказали до конца эфира. Не-не, да-да. Конечно же, я меняю, обновляю свой репертуар именно в этом же направлении. Так что, рассчитываю, что будет все нормально. Учитывая, что время заканчивается. Да, да. У меня огромная благодарность и пожелание, чтобы все изменения в твоей жизни, которых себе желаешь, чтобы все они сбывались. Спасибо, взаимно. И вам спасибо огромное. Всего доброго, уважаемые телезрители. А я прощаюсь с вами, и мы встретимся... как обычно, ровно через неделю, в субботу в 21:30.